Всем доброе утро. Утро у нас сегодня началось гораздо позже, чем обычно. На часах уже 9:06. И я только вот встала, начала ходить по квартире. Мы сегодня проснулись без 15:09. Кошмар. Без 15:09. Я не знаю, как так, но я проспала все будильники, все, что у меня было. А у меня их на минуточку стоит 5 подряд. Не знаю, как так вообще получилось. Но, ладно, ничего страшного. Сегодня просто обойдемся без дневного сна. Тоже неплохо будет, чем позаниматься днем. А Даяна там в комнате. Тук-тук! Закрылась на замок. Мне не нравится, когда она закрывается на этот замок. Опять закрылась? Ой, давно не виделись. Ты чего? Ты что? Плакала. Ты тут плакала? А ну-ка, подожди, почему? Потому что ты не пришла. Как это не пришла? Ты тут была, Даяночка, 10 минут, наверное, одна. Да. Хитрюга, что ты тут делаешь? Кровать. Заправляешь кровать? Да. Вообще, это покрывало не надо заправлять? Да. Ну, оно такое есть. Принесла сюда всех животных своих. Что это такое у тебя? Ну, просто домик. А для кого домик? Для какашки. Домик для какашки. Очень интересно. Какашка крутая, да? У нее есть целый дом. Да, это ты ее купила. Да, это я тебе купила. Да, а папа один вопрос. Ее не на санках. Мам, каких раз... санках? Ну? Что баба тебе привезет на санках? Таю, логи, мели и кани. Это где баба возьмет? Это тебе Дед Мороз принесет подарок. Машины из мультика Таю. Все эти 4 машинки она хочет. Дед Мороз тебе принесет. Напишем письмо, да? Потом, когда елочку дома украсим, тогда. Так. Ой, Даяшка тоже еще зевает. Все, пошла я готовить завтрак. Ты будешь кушать? Да. Как быстро. Даяна, один раз так палец застрянет там. Смотрите, как аккуратненько теперь. Все заправила. Умничка. Еще, еще. Она постоянно заправляет эту кровать. Да, еще. Все палец тут. Заправляй, заправляй. Умница! Умница! Молодец! Пойдем завтракать. Нет, я не хочу завтракать. Сегодня завтрак у нас такой обычный, простой, я легкий. Так как на часах 9, и уже через 2 часа будет обед. У тебя маленькая тарелочка, зайка. И обязательно витамины. Мы уже какое-то время ничего не пили. Хочу опять возобновить. Витамин D там мы пьем каждый день, а вот такие обычные витамины не всегда. Это тоже маленькая. Даяночка, это мамина порция, это твоя. Я тебе хочу много. Я тебе еще потом положу. Ты это съешь, и я тебе еще дам. Потому что она не съест это все, я уверена. Тем более тебе столько фисташек нельзя, ты маленькая. Тебе орехов чуть-чуть можно. Давай, двигайся. Все, будем садиться завтракать. Всем приятного аппетита. Мы позавтракали и решили поиграть в игру. Так, убери со стола все, чтобы нам не мешало. В какую мы будем игру играть? Давай вот такие карточки. Да, давай. Вот эти, да? Да. Давай. Убери все. Тебе это не будет мешать? Ну, не будет. Не будет? Нет. Зайчик. Почему ты не закрыла пластилин? Мама, надо... Он весь высох. Надо. Ай, кошмар. Надо будет новый заказать. Я вообще не знаю, где теперь купить его. Ах, везде надо теперь платить за доставку. Так, давай. Это уберем. Одни провода. Может быть, все не будем, может быть, половину. Сейчас надо рассортировать.
Рассортировала я наборы. Тут у нас 10 карт, там 16, там 20. А ну давай, акула. Ищи акулу. Не получилось. Закрываем. И ищем дальше. Не забывай закрывать. Две открывай. По одной лучше. Вот где такая была акула? Молодец! Ой. Давай дальше. Пингвин. Ищи пингвина. Закрывай карточки. Закрывай карточку пингвина тоже. Давай дальше. Кто там? Пингвин? Да. Нашла. Пингвина. Давай дальше. Рыбка. Рыбка, да. Нет, закрывай. Давай дальше. Две одинаковые сразу. Ну, давай дальше. Где были звезды? Это не звезды. Это звездочки. Нет. Давай. Где они были? Молодец. Ну, ладно, это легко и просто. Ну, открывай. Такая последнюю карточку открывает. Так, давай теперь дальше. Рыбка! Молодец. Ты умничка. Как у тебя классно получилось. Так, сейчас размешаю, расставлю. Давай, открывай по очереди. Осьминог. Осьминог. Вот восьминог. Это медуза. Медуза? Да, медуза такая. Да. Ну все. Все, закрывай карточки. Не забывай закрывать. Рыбка, красная, динамо. Давай. Нет, медуза. Закрывай карточки. Вот, следующую открывай. Какую? Эту? Ну, какую хочешь. Эту. Давай дальше. Где она? Где же она? А, осьминог. А где осьминог был? Молодец, умничка. Он был пьяный. С памятью вроде как все хорошо. Ты опять медузу открыла? Зачем? Медуза! Ничего себе, как повезло! Тебе просто повезло! Да, вот это удача! Да, это удача. А это что? Это краб? Краб. Да, он щипает меня и малыша Саша. Щипает тебя и малыша Сашу? Да, это малыш Саша. 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 Ладно, давай. Малыш Саша, скажи, что тебе свои глазки закрывай. Давай карточки отгадывай. Потом будем песни петь. Давай, 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 быстрей. А, опять клад. Удача! Удача! Вот это удача. О, опять удача. Это, наверное, я так разложила. Ладно, в следующий раз буду внимательней. Ой-ой-ой. Акула. Акула. Да. А-ач. Вот, я уже где-то видела такую рыбку. Ты уже ее открывала где-то? Нет. Вот пока песни пела, отвлеклась и забыла. Ну, давай, 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 давай. Напишите, пожалуйста, интересно вам смотреть именно вот такого рода занятия? Молодец! Снимать ли мне в дальнейшем? Иногда. Не каждый день, но иногда. Будь здорова. Будь здорова. Розовую рыбку закрывай. Розовую? Где была розовая рыба? Вот тут она. Вот тут она? Да, не тут. Потом. Вот она! Она мне понравилась. Это вода.
Да, вода. И там пузырики. Пузырики, да. Давай дальше. Осталось 4 карточки. Давай, 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 давай. Где такая рыба? Я уже ее видела. Где? Молодец. Все, осталось 2 последние карточки. Все, умничка. А кто такой? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Вы нашла где знаковые? Молодец. Давай. Давай, 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 давай. Кулис не мог. Сгавай там лапочку, сгавай, сгавай. Ага. Все. Ага. Все. Ага. Ага. Молодец, у тебя получается. Давай, давай. Нет. Он похож немножко, давай, давай. Ага. Давай, 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 желтую кожу. Я с него. Это морской конек. Закрывай эту. Давай, вот это класс! Спасибо, Лика. Где она? Класс! Я тебя сдаю! Да? Давай, давай! С заданием справились! Ура! Кто молодец? Я! Да, давай в коробочку теперь складываем. Наши занятия на сегодня закончились. Мы потом попозже, через часик, полчаса, возьмем тетрадку прописи. Немножко позанимаемся, и в принципе все. Все остальные игры в течение дня у нас в игровой форме. Да? Давай, закрывай крышечку. Все. Умничка. Позанимались и убираем, да? Давай коробку. Все, молодец. Мы только что пообедали. Я сижу тут, доедаю мясо. Вчера вот в Лидле покупала такое. Очень вкусная. За раз сразу пачку съела, осталось 2 кусочка. Ты тоже хочешь? Да. Ну-на. Что это? Что это? Очень вкусное мясо. Что это? Мы собрались. Ну, сейчас поедем в центр гулять. Мясо. Мясо? Безумно вкусно. Бомба. Бомба. На еще. Спасибо. Пожалуйста, кушаем, здоровье. Идем тут мимо зоомагазина. Даяна увидела аквариум. Рыбки это, конечно, хорошо, но их тоже надо чистить. За этим всем тоже надо следить, ухаживать. Все, пойдем, зайка. Заяц, я пошла. Пойдем. Мы тут приехали посмотреть шоу. Самолеты должны летать с дымом цветным каким-то. У нас сегодня праздник. Иди, иди вперед. И вместо салюта должны самолет летать. Но мы опоздали. Уже началось все. А мы еще очень-очень далеко. Во-первых, мы опоздали на троллейбус. Во-вторых, мы вышли не там, где надо. Еще Даяна тормозила с утра. Идем, просто погуляем. Я не знаю теперь, что делать. Главное, не зайти нигде покушать в кафе, так как я не вакцинирована. В магазин тоже не зайти особо. Короче, класс. Не найдем дом. Какой дом? Наш? Но я знаю, куда ехать. Да, рука грязная. Она опять упасть уже успела. Ну вот сейчас будем гулять. Возможно, где-то здесь будет наверху видно что-то. Но, конечно, сомневаюсь. Сомневаюсь. Пойдем, заяц, не трогай. Ты чего? Надо тебе залезть вечно куда-то. Хорошо, погода радует. Прохладно, плюс 5. Ветер такой холодный, знаете. Но солнце. Нет дождя, это очень хорошо. Так что пойдем еще погуляем немножко. Часик какой. Потом поедем домой тогда. Ой, красиво как. Люблю по центру гулять. Но когда тепло. Ты солдатик маленький? Нет. Нет? Я
здесь все-таки увидели один вертолет. Но должны еще лететь. Что такое? Ну, мы опоздали, зайчик. Что, все, один? Ну, подождем еще. Вот, летят. Очень жаль, что мы опоздали. Ну, хоть так посмотрим. Ты расстроилась? Вот, 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 смотри. Вот красота. Офигеть! Ой, Даяна сказала, слышали что? Ой, красота. Еще летят. Ой, класс. И еще. Даяна комментирует там. Ну, как тебе нравится? Где же они? Ждем еще. Говорили, будет их очень много. Мы тут не единственные стоим, смотрим. Угадайте, что в пакете? Съездили в центр. Ты смотри под ноги. Смотрите. Смотрите, говорит. Тигренок там. И Даяшкины зимние штаны под цвет комбеза урвала. Тихо, 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 все. Да, договорилась с девушкой, буквально когда вот была в центре, и она сказала, что да, штанишки есть, там нам надо было подойти до нее, наверное, 10 минут. Короче, вся зимняя одежда мне обошлась 20 евро, куртка 10 евро, это я все с рук брала, и штаны тоже 10 евро. И так, главное, попалась, знаете, вот под цвет, реально цвет. Единственное, это Рейма, а это Хупа штаны. Ну... Все равно тоже хорошо. За 20 евро такую одежду вообще. Это очень-очень дешево. Все, пойдем домой. Нагулялись. Нагулялись? Не устала ты нести это все? Что там написано? Там написано Реми. Реми? Да. Тоже Реми. Давай. Тебе не тяжело? Тихо-тихо. Но повертись, покружись. Идеально. Еще даже небольшой запасик. Как раз на всю зиму должно хватить. Я недавно покупала такие серые с рук. Но я их купила 98 размера. Вот эти розовые у нас 104. 98, получается, он ей нормально сейчас. А сейчас только ноябрь. Я боюсь, что до конца зимы она не доходит. И они, знаете, когда она... сильно задирают ногу наверх, они подтягиваются, получается, ну, идут наверх. Поэтому я решила эти продать. Я их купила за 10, эти купила за 10. Эти сейчас продам, и останутся у нас эти. Поэтому не беда. В любом случае их заберут, они хорошенькие. Так что я довольна. Ты довольна? Да. Да? Тебе нравятся розовые? Угу. Класс. Да, я насела в кровать. Сидит тут, изучает цифры. Ой. Какие это цифры? Давай, назови все цифры, которые ты видишь. Давай по порядку. 1, 2, 5, 2, 2, 6. Молодец. Давай, перелистывай. Мы очень удачно вернулись домой. Сейчас вот-вот начнется дождь. Все небо затянуло. Солнца практически тоже нет. Классно погуляли. 3, 5, 2, 2, 5, 5. А ну-ка, как ты назвала эту цифру? 8. Угу. А ну-ка, посмотри. 6. Молодец. Скоро будем примеры уже учить. 5.
Скоро, ну как скоро? Еще пару лет. А это какая цифра? Смотри, считай, сколько тут рыб. Посчитай пальцем. Смотри, берешь пальчик так. Один. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Молодец. Спать хочешь? Да. Да ладно, полтретьего. Зайка, какие спать? Я не дам ей спать, к сожалению. Полтретьего нет. Надо чем-то сейчас заняться. Даяна, притворюха. А, притворюха? Притворюха. Нет, если я ей сейчас дам спать, то раньше 12-11 ночи мы не уйдем спать, так как она будет спать, получается, сейчас у нас полтретьего. Где-то в 5 она только проснется 2,5 часа, если поспать. И все, да, в 11-12. А я не выдержу, я сама уже в это время сплю, поэтому, увы и ах, не дам тебе спать, не дам. Мы с тобой сегодня кучу дел переделаем. Ну все, я тогда тоже пойду спать. А я тут решила погрызть чипсов. Посмотрим сейчас, вкусные они, невкусные. Я так никогда не похудею. Ой, забыла включить. Будем сейчас смотреть какой-нибудь мультфильм. Ну, чипсики, да. Включили мультфильм «Фееринки». Увидела тут недавно рекламный ролик. Выглядит такой, знаете, девчачий, прикольный детский мультик. Если понравится, оставлю вам ссылочку. Хотя наберите в поисках просто «Фееринки».